Для избирателей с ограниченными по здоровью возможностями на выборах будут созданы особые условия. Организацией занимается специальная рабочая группа Краевой избирательной комиссии. Чтобы читинским инвалидам-колясочникам было комфортно добираться до мест голосования, их впервые будут доставлять на избирательные участки два специально оборудованных автомобиля. Задача этого данного автомобиля заключается в том, чтобы подвести необходимо людей к нужным помещениям, учреждениям, зданиям и так далее, для которых оборудованы специальные пандусы и всевозможные условия безбарьерной среды, которые позволяют передвигаться непосредственно по самому помещению, зданию инвалидов с ограниченными возможностями. В такие автомобили люди легко помещаются вместе с инвалидными колясками при помощи специалистов. Впечатления хорошие, удобно перемещаться по городу, подняли, опустили, привезли, куда тебе надо. Но не только доставить избирателей, испытывающих сложности с передвижением на участок, но и создать более комфортные условия для самого процесса голосования попытаются организаторы выборов в этом году. Избирательной комиссии Забайкальского края заключен контракт на приобретение 15 специальных кабин, где могут реализовать свое конституционное право избиратели-колясочники. Не останутся без помощи и инвалиды по зрению. На 99 избирательных участков в крае они смогут проголосовать без посторонней помощи, используя бюллетени, заполненные шрифтом Брайля. Помогать людям с ограниченными возможностями в день голосования на избирательных участках будут волонтеры. Татьяна Кладникова, Фуат Насерли, Вести, Чита.